инфекции, хотел бы обратить внимание, кстати, на профилактику данных заболеваний, то есть прошу соблюдать масочный режим, прошу соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены, чаще мыть руки и обрабатывать поверхности, обрабатывать помещения. Не забываем, потому что угроза заражения не спадает, и вы видите, и рост где-то идет в каких-то регионах. У нас пока на сегодняшний день официально 166 на утро зарегистрировано заболевших с момента появления новой коронавирусной инфекции в городском округе. Так что прошу здесь соблюдать это тоже и беречь себя, и свое здоровье, и своих близких. И помимо этого, мировая, так скажем, обстановка тоже говорит о том, что антитеррористические угрозы не ушли. И профилактику терроризма в личной безопасности мы обязаны, наверное, и быть бдительными. И вы знаете, что к террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предотвратить или минимизировать его последствия. То есть следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях, где много людей собирается, обращать внимание на подозрительных людей, на подозрительные предметы, на любые подозрительные мелочи и сразу сообщать об этом сотрудникам правоохранительных органов. Особое внимание, значит, обращать надо на незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков, ящиков в неположенном месте. При обнаружении брошенного или пакета, или длительное время стоящего транспортного средства необходимо уведомлять и администрацию, и органы полиции. Также хотел бы обратить внимание на то, что если вы видите в своем многоквартирном доме открытый чердак или подвал, двери или люки, то прошу незамедлительно сообщать это в управляющую компанию. Управляющая компания обязана